Твое призвание, твоя мечта прописаны на тебе. Да, я обращаюсь к вам. Те, которые сидят часами за компьютерными играми, повязанные порнографией, алкоголем и наркотиками, повязанные духом этого мира и духом религии, вы уже давно должны влиять на свои города, влиять на духовную атмосферу своей нации, передвигать духовные горы и властвовать над духовными начальствами и мироправителями, потому что вы рождены для этого. Эти люди отличались тем, что они были абсолютно не удовлетворены ничем. Ничто надолго не может удовлетворить тебя. Страна толпа может заниматься какой хочешь дрянью, это ваше дело. Вы спасены, скатертью дорога. Я говорю к чемпионам, которые должны перевернуть этот мир. Не Бог сказал массе парней и девушек. Мужчин и женщин – это люди судьбы. Не войдя в свое призвание, были стратегически выведены сатаной из их призвания. Дьявол знает тех, которые избраны Богом. Слышите? Дух Давида – это демонический дух, посланный дьяволом, чтобы покрыть непокрытую сферу. Рану или открытое место. Дух Давида – это может быть что угодно. И цель этого духа – любым путем и любой ценой вывести тебя из призвания. Знаешь, почему тебе очень тяжело? Потому что ты, не зная, кто ты, сдаешься под этим шквалом атак дьявола. Ты не понимаешь, кто я такой, чтобы на меня такой уровень зла шел. И я тебе скажу, кто ты такой. Ты сын и дочь света. На тебе прописана его судьба. Ты должен встать из руин, потому что ты оригинал. Подобных тебе нет. И ты должен двигать свою судьбу. Потому что от тебя зависит спасение нас. От тебя зависит спасение миллионов. Я к ним сейчас говорю. Уникально то, что когда я видел этих людей в духе, вокруг них была демоническая активизация, то есть демоны активировались вокруг них настолько мощным образом. Если на простых людей, простые группы людей церкви шли атаки время от времени, иногда, то на этих людей я видел, как пчелы, они не могут уйти. Атака за атакой, они не понимают, что происходит. Знаете, кто продолжает атаковать? Тот, кто знает, что можно помешать. Что? Сейчас я взорву мозги твои. Потому что ты думал, будь это Бог предназначил, невозможно отменить. Возможно. И знаешь, кто это может сделать? Ты. Дьявол делает все возможное. Он давит на все кнопки, потому что он видит, кто ты. Ты самая опасная радиоактивная личность в этом городе. Ты скажешь, так это я могу все это изменить? Да! Ты рожден для этого! Но дети Бога должны понять, что раз можно работать в минус, значит можно работать и в плюс. Значит, может, если он творит все, что он хочет по своему плану, это значит, я могу делать все, что он скажет, а у него лимита нет. Я могу изменить мою страну. Да, уже были эти люди, где закрывались все тюрьмы, все публичные дома и бары. Уже для тебя это было сделано. Уже кто-то понимал. Ты говоришь, потому что вы живете в мире, где помазания должно быть больше, чтобы перекрыть все, что делает другой помех. От тебя зависит спасение твоей страны. Ты скажешь, я не знаю, до меня это не было сделано. Ты не представляешь, что Бог приготовил на последнее время. Перестань смотреть в прошлое и искать подтверждение. Бог творит новое, чему нет подтверждения. Вы знаете, ты мучаешься, пока ты еще думаешь, что у тебя есть, что мне лучше сдаться моей жизни. Отдаться в руки Богу. Полностью продаться. Бог татуирует, что хочет, где хочет. Я буду идти и делать, потому что идти туда намного, я понял, легче, чем просто стоять и держаться и выстраивать эти атаки. Веря только его призвание, смотря в будущее, веря в невидимое, провозглашая несуществующее, мечтая о том, о чем другие у виска крутят, а я хочу. Ты ждешь помазанника, а я тебе говорю, ты тот, кто должен встать. Позвольте своему поколению, свежему, новому, жаждущему, безлимитному поколению взять это. Ваша единственная поддержка
что я говорю к этим людям. Это Святой Дух. Бог создал вас именно такими, с твердыми лбами. Вы выстоите, потому что вы созданы Богом выстоять. И принесете реформацию на эту землю, потому что на вас прописано это.